Good afternoon, my dear children. I am glad to meet you at our English lesson. Are you okay? I am sure you are okay. Let's start our lesson. At this lesson, we shall learn new grammar and we shall practice reading, writing, and listening skills. Open your exercise books and write down the date. Today is the 29th of April. Are you ready? Let's start. Today we shall talk about passive voice. Сегодня мы с вами поговорим о страдательном залоге и будем говорить о настоящем времени страдательного залога. Let's talk. Давайте с вами обсудим. В русском и в английском языке есть два вида залога – действительный и страдательный. Он ест яблоко, то есть подлежащее «он» совершает действие. Он ест что? Яблоко. Яблоко – это дополнение. Подлежащее совершает действие над дополнением. He is eating an apple. Чтобы это предложение перевести в страдательный залог, мне нужно действие направить на подлежащее яблоко. Не забудьте, что в действительном залоге оно было дополнением. То есть дополнение я делаю подлежащим и строю предложение. Яблоко съедено им. Яблоко стало подлежащим, и на него направлено действие. Обратите внимание, в действительном залоге подлежащее совершает действие, в страдательном залоге действие направлено на подлежащее. The apple is eaten by him. Яблоко кушается им. Apple стало подлежащим, на которое направлено действие. В страдательном залоге подлежащее ничего не делает. На него направлено действие. Для того, чтобы показать, кем совершается действие, используется предлог by. By him. Им. Итак, в действительном залоге подлежащее совершает действие. В страдательном залоге на подлежащее направлено действие. Чтобы вам правильно перевести предложение из действительного в страдательный залог, вы должны дополнение сделать подлежащим. Read the sentence. They make butter from milk. Они делают масло из молока. Подлежащее they и подлежащее совершает действие, поэтому это предложение в действительном залоге. People pollute water. Подлежащее people – люди загрязняют воду. Подлежащее совершает действие, поэтому это действительный залог. People cut down the baby trees. Люди вырубают деревья. Подлежащее people и подлежащее совершает действие, значит, это действительный залог. Compare. Давайте сравним. Butter is made from milk. Подлежащее butter. Масло изготавливается из молока. Подлежащее butter ничего не делает. Над ним совершается действие. Это страдательный залог. Water is polluted. Подлежащее water – вода. Вода загрязняется. Подлежащая вода не совершает действие. Действие совершается над ним. Поэтому это страдательный залог. The baby trees are cut down. Маленькие деревья вырубаются. Trees – это подлежащее. Подлежащее не совершает действие. Действие совершается над подлежащим. Поэтому это страдательный залог. Итак, давайте еще раз обратим ваше внимание. В действительном залоге подлежащее само совершает действие. В страдательном залоге действие совершается над подлежащим. Чтобы из действительного залога перевести в страдательный, необходимо
дополнение сделать подлежащим. Дополнение баты становится подлежащим. Дополнение воте становится подлежащим. Дополнение the baby trees становится подлежащим. Обратите внимание, как у нас поменялась форма глагола. Итак, для того, чтобы образовать страдательный залог, нам необходима третья форма глагола, а также вспомогательный глагол am, is или are. Чтобы образовать третью форму глагола, я уже знаю, что если глагол правильный, необходимо добавить окончание -ed. Если глаголы неправильные, то мне надо посмотреть в колоночку номер 3 таблицы неправильных глаголов. Добавлять окончание ни в коем случае нельзя. Мы с вами уже знаем, что с am употребляется только I. С is употребляется he, she, it. Или любые слова, которые можно заменить этими местоимениями. Cat, dog, Оля, Паша и так далее. Со вспомогательным глаголом a употребляется we, you, they. Или любые слова, которые можно заменить множественным числом. Итак, для того, чтобы построить предложение в present passive, мне необходимо взять подлежащее, выбрать вспомогательный глагол am, is или are и добавить глагол в третьей форме. Я помню, что третья форма образуется при помощи окончания -ed или колоночка номер 3. Find the third form of the verbs. Найдите третью форму глагола. Итак, перед вами несколько глаголов. Найдите среди них третью форму. Я вижу, что это глагол sold. Sell, sold, sold. Глагол sold я записала в тетрадь. Поставьте видео на паузу и выполните это задание. Well done. Let's check. Давайте проверим. Вместе со мной прочитаем третьи формы глагола. Sold, brought, bought, grown, planted, fed, spoken, visited, taken. Well done. The next task. Open your students' books at page 100. На этой странице мы с вами видим уже знакомый нам текст. Давайте найдем в этом тексте предложения, которые построены в страдательном залоге. Я напоминаю, это значит, что подлежащее терпит действие над собой, оно ничего не совершает. Please, let's read this text and choose the right sentence. Читаем текст и находим правильные предложения. Я думаю, вы видите первое предложение. The city is organized to suit cycles. Итак, город – это подлежащее. Затем идет вспомогательный глагол is и глагол в третьей форме. Город организован для велосипеда. Город – это подлежащее, которое не совершает действия, а терпит воздействие над собой. Поставьте видео на паузу и найдите другие предложения. Предложения, которые вы нашли в тексте, запишите в тетрадь. Excellent. Let's check. Давайте проверим. Cars aren't allowed. Машинам не разрешается. Cause – подлежащее, которое не совершает действия. Машинам запрещается передвижение по городу. The next sentence – helmets aren't worn in Amsterdam. Шлемы не носятся в Амстердаме. Шлемы – это подлежащее, которое не совершает действия. Предложение построено отрицательным. Так же, как и предыдущие, обратите внимание, после вспомогательного глагола мы поставили частичку not. The next sentence, следующее предложение. Children are taught
by the parents to ride on the roads from the early age. Дети обучаются родителями. Подлежащее «дети» не совершает действие. Действие совершается над подлежащим. By their parents. By показывает, кем совершается действие. Родителями. Дети обучаются. Дети – число множественное, поэтому я беру «а» и глагол в третьей форме. Есть еще предложение в страдательном залоге? Молодцы, конечно же. Еще одно предложение. Amsterdam is designed to be bike friendly. Подлежащее Amsterdam is designed, оформлено, организовано так, чтобы быть приемлемым для велосипедистов. Итак, для того, чтобы образовать страдательный залог, мы должны с вами помнить, что подлежащее не совершает действие. Действие совершается над подлежащим. И чтобы построить предложение, мы должны взять вспомогательный глагол и добавить глагол в третьей форме. Это либо с окончанием «иди», либо колоночка номер 3. Page 101, exercise 2. Choose the correct words. Выберите правильные слова. This airport is used by millions of people every year. Подлежащее аэропорт. Аэропорт используется. Подлежащее ничего не выполняет. Это страдательный залог. Я смотрю, что подлежащее в единственном числе, значит вспомогательный глагол is. Правильный вариант is. Read with me. Читай вместе со мной. This airport is used by millions of people every year. The next sentence. You aren't или don't allowed to take your bike on the coach. Тебе не разрешается брать свой велосипед в автобус. Давайте подумаем. Подлежащее you. Какой вспомогательный глагол употребляется с подлежащим you? Молодцы! Конечно же, а. Поэтому правильный ответ здесь будет aren't. Поставьте видео на паузу и выполните это задание до конца. Well done. Let's check. Давайте проверять. Motorways. Подлежащее во множественном числе, значит, я должна выбрать вспомогательный глагол excellent. А, молодцы. This type of car is make или made. Мы с вами знаем, что глагол у нас должен быть в третьей форме. Открываем таблицу неправильных глаголов и видим, что третья форма – это made. И правильное будет звучать предложение «This type of car is made in Germany». The next sentence. Petrol stations aren't built или built. Мы опять с вами должны выбрать правильную форму глагола. Мы знаем, что это третье. Посмотрели в табличке неправильных глаголов? Молодцы! Конечно же, это built. And the last sentence, последнее предложение. Flying lessons are given by или from teachers. Мы с вами несколько раз уже говорили, что в страдательном залоге предлог by передает кем совершается действие. Well done. Вы прекрасно справились с этим заданием. The next task. To complete the sentence. Закончите предложение. Мы с вами знаем, что на первом месте идет подлежащее, затем вспомогательный глагол am, is или a, и после этого глагол в третьей форме. У меня подлежащее the jacket. Это единственное число, значит я беру глагол, вспомогательный глагол is. Дальше я должна поставить глагол в третью форму. Открываю табличку и посмотрю. Это неправильный глагол, третья форма звучит made. И у меня получается предложение «The jacket is made of cotton». The next sentence. Nur Sultan by many tourists. И вставить необходимо слово «visit».
Подумайте, в каком числе подлежащее? Excellent. В единственном. Значит, вспомогательный глагол будет, конечно, is. Затем я должна взять глагол в третьей форме. Visit. Глагол правильно, правильный. Поэтому я добавляю к нему окончание ed. And read the sentence. И читаем предложение. Нур-Султан is visited by many tourists. Поставьте видео на паузу и выполните 3 предложения. Let's check. Давайте проверим. Альфа Ромео каз. Число множественное. Значит, вспомогательный глагол а. Make – это глагол неправильный. Третья форма – made. Read this sentence. Читаем предложение. Alfa Romeo cars are made in Italy. The next. New houses. Я вижу, что число тоже множественное. Поэтому вспомогательный глагол а. И глагол build я должна поставить в третью форму. Это неправильный глагол. Берем из колоночки номер 3. И получается предложение read this sentence. Читаем предложение. New houses are built in Pushkin. The table подлежащее в единственном числе. Поэтому я беру глагол вспомогательный is. И затем мне нужен глагол в третьей форме. Make, made. Read this sentence. Читаем предложение. This table is made of wood. Well done. Transform into passive. Переведите в страдательный залог. Чтобы построить предложение в страдательном залоге, мне нужно взять подлежащее, вспомогательный глагол и глагол в третьей форме. Итак, у нас с вами есть 4 предложения. We save the animals. Подлежащее we, мы, охраняем живот, совершает действие. Поэтому это действительный залог. Действие совершается над кем? Над животными. Значит, в страдательном залоге подлежащим будет у меня животные. Животные охраняются. Я пишу подлежащее животные, animals. Затем выбираю вспомогательный глагол множественного числа и глагол в третьей форме. Глагол save мне нужно поставить в третью форму. И получается предложение. The animals are saved. The next sentence. Следующее предложение. We protect nature. Мы защищаем природу. Подлежащее we совершает действие самостоятельно. Это действительный залог. Защищаем что? Природу. Nature – это дополнение, которое в страдательном залоге у меня станет подлежащим. Природа охраняется. Подлежащее – природа. В единственном числе, вернее, оно неисчисляемое. Поэтому я беру «из». Затем глагол в третьей форме. Глагол у меня protect. Открыли табличку, посмотрели. Это правильный глагол, поэтому я добавляю окончание it. The nature is protect. Подлежащее nature терпит воздействие. Поставьте видео на паузу и запишите эти 2 предложения в страдательном залоге. Let's check. Проверяем. Подлежащее people воздействует на trees. Глагол plant. Значит, подлежащее trees во множественном числе. Вспомогательный глагол are и глагол в третьей форме. Trees are planted. Children feed birds. Дети кормят птичек. Птицы кормятся детьми. Birds are и глагол в третьей форме – f.
fed. Well done. The next. Open your textbooks at page 111. Exercise 3. Make sentences with the present passive form of the verbs. Позапишите предложение в страдательном залоге. Мы с вами знаем, что сначала мы пишем подлежащее, затем к подлежащему выбираем вспомогательный глагол и ставим глагол в третью форму. Чтобы глагол был в третьей форме, я добавляю окончание -ed или смотрю колоночку номер 3. Football – это единственное число. Беру вспомогательный глагол и выбираю форму глагола. Please look here. Посмотрите на это предложение. That old building not used. Предложение отрицательное. Чтобы оно было отрицательным, после вспомогательного глагола беру частичку not. Чтобы построить предложение, пишу подлежащее, вспомогательный глагол, частичка not и глагол в третьей форме. Поставьте видео на паузу и выполните это задание. I wish you good luck. Желаю удачи. Well done. Вы сегодня отлично поработали. Our lesson is over. Goodbye, my children.